Друзья, всем привет! Вы на канале «Мужские интересы». Сегодня отправился покопать. Ночь всю отлил дождь. Ну, дождь, мы знаем, что это к серебру. И вот я как бы решил испытать удачу, поискать серебро. Ну, не только серебро, что попадется, но рассчитываю на серебро. Вот, я не знаю, видно, не видно. Идет совсем-совсем мелкий снежок, а ночью был дождь. Ну, нас передавали, что заморозки начинаются. И вот только вышел на поле, ну вот кусты видите, где прямо от кустов вышел. Первый хороший сигнал. Ну, вернее, было уже несколько, но там шмурт. А вот уже первый откопал, вижу гурт монеты. Империя, походу. Сейчас посмотрим. Вот так выглядит ранним утром поле. Солнышко вон среди туч пробивается. И первый сигнал. Посмотрим. Монетка должна быть не маленькая. Звенело 46, не стал снимать сам сигнал, потому что здесь мусора много. И вот и не вижу, где. А, вот она дальше. Вот, видите? Хоп. Хоп. Вижу николаевский формат. Ну, походу, какалик какой-то. Сейчас протрем, посмотрим. Ну, друзья, здесь как бы и радость, и огорчение. Монета затертая при жизни, как видите. Это, конечно, не радует. Радует то, что практически без болячек, чистая. Значит, возможно, здесь, если попадутся в хорошем состоянии монеты, я имею в виду не затертые, будут сохранщики без окислов. Ну, а год 1877. Монета это, наверное, я не знаю, даже 5 копеек крупная. Я думаю, 5. Ну, ложим хабарницу, идем дальше. Так, друзья, верховая находочка. Но это не монетос, а, наверное, пуговица. Да, пуговица. Ой. Ушко есть. Ну, не знаю, вроде лысая. Да, походу, просто лысая пуговица. Но ничего. Вот хожу уже, наверное, с полчаса. Одна жбонь, ничего хорошего. Вот, смотрите, как серебряная прямо. Это крутелка от керосинки, кто не знает, но посеребряная какая-то. Ох, как блестит. Не знаю, что написано. На обзоре помоем, посмотрим. Ну, вот так она выглядит. Ну вот и долгожданная монетка выпала, я надеюсь. Какой-то как карлик, но все равно медь. Империя, наверное. Тонковатая такая. Ох, друзья, у меня такой еще монетки не выпадало. Пятачок был масонский, а это, наверное, копеечка. И сохран хороший, просто в каком-то как пластилине заливший. Надо дома размачивать, не буду портить. 32-й год. По-моему, так. Но сохран есть, я вам скажу. Здесь тоже вот как пластилин, не стал отдирать. Дома отмочу, мыли. Нормалек. Так. Выкопал какую-то находку. Но это, я вижу, что пуговица. Только какая? Ушко есть. Это орлянка. Сейчас терну, посмотрим, что за она. Но, к сожалению, друзья, не видно рисунка. Может и не орлянка. Очень большой слой такого, как пластилина зеленого. Ну, ушко есть вот. Помоем возле машины в вещи. Будет что просматриваться, покажу. Что-то вот хожу уже долго.
Всякого шмурда много, но монеты практически нет. Вот выпала какая-то монетка небольшая. Не знаю, что за она. Копейка вроде николаевская. Или александровская. Копейка. Поэтому вот, не вижу. Сейчас. А, Александр, да? Сейчас посмотрим. Это, друзья, не копейка, а денежка. 60-го года. 1860-й. Александр II. Вот венделек. Как бы рельеф есть. Они такие низкопрофильные, можно сказать. Нужно дома в мыле вот кислить. Нечастая монетка такая. Берем. Ну а, друзья, хожу я по фундаментам, по этим, как бы, сигналов много, особенно чернины. Ну, что-то ничего ценного. Монеты редко вообще выпадают. По-моему, 3 штучки нашел. Часа, наверное, за полтора уже. Решил выйти здесь с фундаментов, сойти с этих и здесь походить так в низинке. Там дорога вроде бы была. И вот вышел сразу сигнал. Красивый, интересный. Вот сейчас вам покажу. Ну вот, зацепил здесь сигнальчик. Не видно. Пакет мокрый. 42, чистенький. Сейчас мы его копнем, посмотрим, что там. Ну, мне кажется, монетка. Сколько уже можно ходить впустую. Что-то где-то на ребро встало. А, вот она лежит, вижу уже. Вот монетка. Где она? Вот. Залившаяся. Николай I, по-моему. Ну, сейчас протрем, посмотрим. Ну, это уже что-то. Такой сохранчик приятный. 1/2 копейки серебром 1842 Николай I. Вот. Помыть дома, чуть-чуть почистить, и будет красота в патинке. Огонь. Ну, времена здесь интересные. Хотя дом советский. Ну вот, друзья, как я и сказал, сошел я с этих фундаментов и здесь рядышком хожу. Более чисто, не столько сигналов. И смотрите, что мне выпало. Это уже вам не это. Оп. Ну, все поняли, что это. Бубенчик. Старые бубенчики, целый, по-моему, весь. Может, даже и зашумит сейчас. Попробую помыть его. Ну вот, думал, он вообще в идеале. Его чуть-чуть раздушил, наверное, трактор наехал. Земли полно внутри, надо чистить, но, видите, сплющило его немного. Но бубенчик у меня есть такой чуть-чуть побольше, но в идеальном сохране. Ну и этот. Главное, что целый. Красотуля. Интересно. Может, здесь что-то в старые времена стояло. Походим. Ну вот, попался такой красивый сигнал, но немножко спорный. Но все равно решил снять. А вдруг? Видите, 44-46. С той стороны становлюсь, 42-44 прыгает. И с одного края как бы отдает. Где? Отдает в чернинку. Так что, ну, может, чернинка рядом и лежать маленькая. Не вижу пока. Ну, так уже по звону должна монетка быть. Видно. Ладно, что мучиться. Есть же китайский пин.
вот тут смотрите, лежит, оп, гурт торчит. Монетка не маленькая. Оп, красота. Только непонятка. Ладно, сейчас протрем, посмотрим. Такая монетка непонятная. По-моему, елизаветовская. Вот здесь какие-то венделя плетеные. Здесь всадник есть. Как его? Вот, видите, лошадь, во, всадник. И здесь вот надписи идут. Может, перчекан какой? Не могу понять. Вон, видите, надписи вверху. То бишь не внизу, чтобы копейки там что. А здесь вот вверху. Не могу понять, что за она. Может, я ошибаюсь, а может, какой перчекан с каких-нибудь петровских монет. Ну да, вроде Елизавета какая-то. Ну, всадник вот виден. А здесь надписи что? Ладно, дома разберемся. Ну вот очередной сигнал, но этот чистенький. 40, ровненько. Быстренький такой. Звонкий, почти наверху. Сейчас попробуем копнуть. Ага. Ну что, это жетон, что ли? Смотрите. Похож на немецкий жетон. Хоп. Вот это нежданчик. Ну, похоже, да? Я их просто ни разу не копал. Он пустой. А где? А где надписи? Один раз в жизни подвернулась такая находка. И то лысая. Но сохранилась хорошо. Интересно. Вот, пошел мокрый снег, даже град был. Чуть-чуть вот вроде успокоился, но ветер сильно поднялся. И поймал я сигнальчик интересный. Эх, лопата мешает, сейчас уберу. Чистый 42. Копнем. Да, надо давно не ходить по фундаментам. Эх, здесь корни. А, вот она и вывалилась, смотрите. Стоит. Что? На вид как алик. Но протрем, посмотрим. Ну, здесь нечего смотреть. Питый как алик. Труп. Ну вот, смотрите, вот. Это ту монетку вынял. И вот до сюда дошел. Был сигнал, ну такой спорный. Не стал снимать. Выкинул. И вот. Видно? Оп. Шайба такая не маленькая. Только что за она? Что-то Екатерина, что ли? Сейчас протрем, посмотрим. Ну, екатериновская двушка. Вся Вокислав, правда, но жилев там видно, что будет читаемый, как бы, когда почистится. Не совсем убитая. Вот всадник виден. И вот. Вот видны буквы. Ну, конечно, как алик, но интересно все равно. Опять все времена на одном месте встречаются. Последнее время как-то везет на такие места. Сегодня вообще вот поехал, думал, советы в основном будут. Хутора здесь советские, но ни одной советинки пока. Не, во, поперло. И домой вроде уже надо. Вот только вот, прокопал ямочку, закурил пару шагов. Хоп, сигнал. И прикольный сигнал, смотрите.
Ну, не сам сигнал прикольный, а где звонит прикольно. Самый. Вот, видите, такая горочка, и прямо на ней где-то. Вот здесь звонила. Сейчас проверим еще раз. Где-то здесь, значит, в комочке. Не видно ничего. Где тут? Давай монету. О, вот она и выскочила. И небольшая. Я думал, побольше будет. Так звонила. Ну, снова какой-то как калик. Снова сейчас протрем, посмотрим, хоть какие времена понять. Не стал я ее мыть, друзья. Это николаевский формат. Она такая даже погнутая. Немного. Смысла нет. Короче, что? Посмотрел я по карте. Оказывается, я нахожусь на какой-то широкой дороге. Вот, наверное, и попал на нее. Сейчас походим еще здесь. Так, очередной кругляшок. Недолго пришлось ходить. Что-то тонкое такое совсем. Ну, медь. Заба. Серебро. Медь. Тоненькая. Не знаю, как алик полный, короче. Если сейчас протеру, будет что видно, покажу. Нет, значит нет. Ну вот, совсем чуть-чуть походил. Еще кругляшок. И не маленькие монеты, только что жаль, что сохран подводит. Но я сегодня ехал за серебром. В надежде здесь поймать серебро. А так как монет екатериновских много, поймать бы екатериновское серебро было бы за счет. Ну что, протру покажу. Ну вот, в подтверждение. Екатериновская двушка. Тереть уже не стал, но она как алик, но. Прилив, он просматривается. Где же серебро? Да, местечко интересное, друзья. Пару метров прохожу сигнал, И монетки, сами видите, екатеринских времен. Вот бы еще поле было хорошее, чтобы сохран был. 44. Ну, копать на камеру не буду уже. Выкопаю, покажу. Даже не пришлось лопатой копать, ногой ковырнул, и вот, торчит, и снова как алик. Да, уже облазит даже, ну тоже екатериновская, наверное, всадник виден. Вот, тернул патину, снял, и очертания всадника сразу. Да, жаль, что убитые, вот, видно, да, вендель. Время, конечно, интересное. Может что-нибудь выстрелить. Серебро хорошее или что. Но монетки, жаль, убитые пока что все. Ладно, идем дальше. Иду такой быстрым шагом. Перехожу на другое место. И боковым сигналом чувствую. Хоп, что-то есть. Смотрю, она верховая лежит. Не видно. Вот. Это советина какая-то. Ну вот, говорил, что без совета сегодня. Это поздняя, чисто случайная потеряшка, наверное. Тоже убитая вся. Сегодня день какаликов, можно сказать. Да, поздняя, наверное. Ну все, уже возвращаюсь к машине. И вот по дороге как бы поймал сигнальчик. Монетка, ну, гляжу, не сильно такая убитая. Ну, николаевский формат, наверное, 3 копейки. Сейчас тернем, посмотрим. Ну вот, как раз садится батарейка уже в телефоне. Сниму вам, наверное, крайнюю находку.
сохранчики 3 копейки 1913 года СПБ. Ну, вторую сторону надо чистить. Она как пластилином каким-то залипла. Эту сторону очистила, да, потом. Ну вот, сохранчики. Нормалек. Ну все, откопал. Еду домой. Сейчас покажу вам обзорчик, что удалось сегодня найти. Место вообще интересное. Но поле такое. Удобрений, наверное, много сыпали. В основном медь вся убитая. Несколько там монет попалось таких. Более-менее сохранение. Остальные все убитые. Но порадовало поле. Приехала сюда советы как бы собирать. В советское время здесь хутора были. Но нашел только один, по-моему, совет. Рамочник. И все. А так все вот царьки. 13 монет, пуговицы, там всякие безделушки, жетон немецкий, не знаю к чему и что. Видно, что бомбили в войну здесь, что он с самолета вывалился, что ли. Ну ладно, давайте покажу вам обзор, что сегодня нашел, и полетим домой. Друзья, чуть не забыл, нас на канале уже больше 5000. Если к Новому году мы соберем 10 тысяч подписчиков, я обещаю разыграть шикарную вещь, которая станет хорошим подарком на Новый год и подойдет любому, и копателю, и рыболову, и туристу, и, короче, всем. Вещь шикарная, реально, но пока не скажу, что. Значит, что она нужна для этого? Да ничего практически. Кто не подписан, подписаться на канал. Ну, а кто подписан, ставим лайки, пишем комментарии, делаем репосты в соцсети своим друзьям, чтобы они тоже смогли подписаться. И всего делов. Каких-то там меньше 5000 добрать за, грубо там, 2 месяца, это легко, поверьте. Так что жмем подписаться, радуем колокольчик. Ну, и до новых... ну вот такой результат сегодня. 13 монет, пуговицы. Вот был часть колокола такого крупного с буквами, вот, не снимал. Ты уже шел домой, попался. Вот такая посеребряная крутелка от керосинки с надписями. Еще не читал, что там написано. Вот целое. Ну, в принципе, от керосинки там запчастей полно было. Вот что взял, то взял, остальное. Вот жетон меня удивил. Немецкий жетон, правильно? Но без надписей. Лысый. Как он сюда попал? К чему он? Ну, кто в курсе этого всего, напишите, интересно. Ну и вот по монеткам из такого, что как бы сохран имеет, это вот 3 копейки, там 1900, по-моему, 13-й год. Ну, сохран просто здесь сейчас вот сфокусировал. Красивый. Вот шикарная 1/2 копейки серебром 42-го года. Масончик будет, это я водой их залил, чтобы они не высыхали. Будет 32-го года копеечка масонская. Первый раз нахожу такую. Находил пятаки, но мелкие монеты масонные не находил. Ну, остальное еще такое. Денежка вот Александра II с венделем. Ну и все остальные... Не, еще Николашка есть. Вот. А остальные все Екатерина, Елизавета этих времен монеты. Но они все вот как алики. Даже не знаю, стоит ли чистить что-нибудь. Вот они. Все будут убиты. Ну так, пряжечки, вот, пуговицы тоже надо. В окислах надо все это чистить. Ну, как бы неплохо. Но сохран подкачал. Надежда у меня была с самого утра на серебро. Но, видно, не судьба. Сегодня 2 раза дождь шел, снег. Вон такие тучи идут одна за одной. Вот. Со стороны Минска.